Допустим, ты человек. Ну и как любой нормальный человек, ты любишь пошутить. Правда, когда на тебя смотрят незнакомые люди, твое чувство юмора куда-то испаряется. Когда надо написать смешной текст, тебе снова и снова приходит твой старый друг в ступор. А что, если есть приемы, которые позволяют использовать свою креативность на все 100? Конечно, можно засыпаться книгами, но обычно от них только еще больше вопросов. Почему бы не записаться на тренинг, где тебе все разложат по полочкам? И ты наконец-то сможешь почувствовать себя легко и непринужденно, реализовав весь свой потенциал. Пройди по ссылке прямо сейчас и зарегистрируйся на ближайший тренинг Алексея Ярцева «Как прокачать свое чувство юмора».